Приветствую всех на моем YouTube-канале. В данном видео я хотел бы поделиться своим мнением, своим видением на космоэнергетику, на разного рода какие-то космические потоки, исцеляющие потоки, которые идут от каких-то якобы дружественных людям структур, каких-то арктурианцев, плеидианцев, ну и вообще, в общем, каких-то разного рода инопланетных цивилизаций. А также, хочу, в этом видео мы затронем также и рейки, коих сейчас великое множество разного рода посвящений и, и, и видов. И немного затронем в целом всю вот эту около магическую структуру, руны и другие силы, через которые люди работают, проводя какую-либо работу тонкого плана в мир. Почему меня сподвигнуло записать, ну, что меня сподвигло записать это видео? Это мне стали часто попадаться разного рода какие-то мастера в ВКонтакте, в Инстаграме, которые пользуются подобного рода техниками. Вот из последнего женщина как бы рекламировала себя, писала, проходила множество инициаций через вот эти инопланетные цивилизации, обладает там множеством способностей, она же регрессолог и и также предлагают, в общем, людям тоже подключиться в эти структуры и обрести какие-то ну, способности. У меня, так как у меня есть э, все-таки внутреннее уже с опытом наработанное какое-то яснознание, я в целом понимаю, что к чему, вижу и осознаю, какой энергомент происходит, и в частности вот в той женщине, я прям даже на нее как-то не настраивался, чтобы ее просмотреть. А в целом в поле людей не, не лезут за каким-то просмотром. Мне оно незачем, что там у них происходит. Но вот у нее прям просто по фотографии мне пошли, грубо говоря, на моем видении образы, где у нее множество подключек, какие-то трубки стоят, какие-то конструкции, какие-то внедрения и чипы, что понятно, что она уже не совсем человек, по крайней мере, на тонком плане, что там множество разного рода внедрений. И это стало все следствием вот от взаимодействия вот с этими разного рода какими-то космическими потоками и силами. Да? Но это и просто, я вам говорю, о каком-то единичном моменте. Если там копаться, там можно много чего накопать. Вот так. И я в этом видео хочу объяснить, как это все работает и какие могут быть последствия этого всего. У меня нет цели вступать в какой-то диспут с мастерами рейки, причем у меня приятельница занимается подобным, и я могу ей сказать, что надеюсь, это видео каким-либо образом не станет не вызовет у нас недопонимания между друг другом. Она поймет, о ком я говорю. Я всего лишь даю выбор людям, которые возможность код то альтернативного мнения, когда они решат идти в этом направлении, взаимодействовать с этими энергиями или нет, и чтобы был, была какая-то возможность взвести, и оценить. Но выбор, конечно же, Производит сам человек, да, а никто за него не решит. И я просто высказываю свое мнение, что была какая-то альтернатива. Потому что людей, которые рассказывают, как космоэнергетика и прочие космические потоки классно влияют на людей, их множество. Кто говорит обратно, их очень мало, конечно. Вот так. Итак, приступим. Как... Эм... Я хочу провести аналогию, которую я проводил в прошлом видео про грибы, аюваску и прочие, прочие моменты с микрозаймами. Да? Вот смотрите это. Я немного повторюсь, но не все смотрели да, мое прошлое видео. Когда вы идете, я повторюсь, вот в таком моменте, плотный мир — это отражение мира тонкого, и тонкий мир — это отражение мира плотного. То есть корреляция — это одно отражает другое, и что там, что там, в целом везде законы одинаковы. Как тут есть мошенники, которые хотят как-то надурить, так и там есть мошенники, которые хотят как-то надурить. И что нужно и тем, и тем мошенникам на тонком плане и на плотном плане? Это энергия. Здесь им нужна энергия в виде денег. Деньги — это все таки энергия, да какого-то рода. Этот человек потратил какие-то силы, чтобы заработать. Вот она в виде бумажки проявлена в мире. Да? Так и в плотном мире нужна, ой, в тонком мире нужна людям энергия да, человека. Смысл один и тот же. И вы когда идете по улице, видите, стоит персонаж с табличкой микрозаймы. Ничего не нужно, получи много денег и вообще там минимальный. Не, даже ничего переплачивать не надо, возможно, даже отдавать, просто возьми. И вы идете понимаете, что Ну что такое-то лохотрон, кто на это вообще поведется? Вы понимаете, что сейчас вы возьмете, а потом отдадите там, не знаю, в 20 раз больше. А если вовремя не отдадите, будут еще какие-то коллектора приезжать вам создавать какой-то дискомфорт. Вы понимаете, ну, халява не нужна, да и человек осознает, и в эту сторону вообще не ведется. А почему же тогда, когда ему предлагают то же самое, он ведется? Когда он сидит и видит какую-то рекламу, где ему говорят, что не нужно ничего делать, не нужно работать над собой, не нужно пересматривать себя, гармонизировать себя, очищать себя, восстанавливать, восстанавливать свою душу, трудиться не нужно над собой. Просто приходи, Заплати, я тебе сделаю инициацию, и ты станешь крутым специалистом, крутым магом. Не нужно э, расти над собой. Все же просто. Просто заплати, тебя инициируют. И ты будешь потом козырять своими посвящениями разного рода структуры, и тайные ордена, которые вообще правят миром. Да, ничего не нужно, не нужно никакой учебы и прочего. Посв... Мы посвятим тебя. Либо не нужно ничего, сейчас заплати и у тебя отношения с мужчиной сгармонизируются, тот, кто кому-то не симпатичен, либо не симпатичен, да, у вас любовь заиграет. Все очень просто, а когда спрашивают, а можно ли, ну, конечно же, это же от сил Творца потоки. То есть все делают на то, чтобы человека вести заблуждение, чтобы он воспользовался услугами подобных мастеров. И хотя часто они сами могут быть в неведении, им так передали знания, их тоже обманули, и они, обманувшись сами, обманывают других. И таким образом э, вот эта сетка распространения вот этой паразитической структуры под названием какая-то космоэнергетика, либо другие вот эти вот около какие-то космические потоки, она все больше и больше распространяется за счет вранья, за счет какого-то обмана, за счет недоговор... Когда да. им людям не договаривают да, что-то. Но опять же, главное, не нарушается закон свободы воли. Обманывают, да, но выбор делает сам человек. Если он в тонком плане не видит последствий этого всего, не видит, кто стоит за этими структурами, это в целом его проблемы. Понимаете? Это то же самое, что слепому дали что-то подписать, не читая. Договор заключен. К юристу придет, он скажет: Я хочу его расцом, а там какие-то кабальные условия, к примеру, у него квартиру отбирают. Ему скажут, вы подписали, нужно было пользоваться услугами кого-то. Кто вам может объяснить, кто это все посмотрит, что вы этого не сделали, это ваши проблемы. Понимаете, да, как это работает? Так же все работает и там. Приходит человек с закрытым, грубо говоря, третьим глазом, закрытым видением, подписывает какое-то договорное взаимодействие с этими структурами, на основании которых они обязуются там, прочистить его чакры, к примеру. А условия договора, которые оказывает человек, он не знает. Понимаете? Он думает, что расчет, взаиморасчет происходит только, только с мастером. Да? Я плачу ему, допустим, 3 тысячи там, или 5 тысяч, и все ровно. Но это расчет только с мастером, а с той структурой-то кто будет рассчитываться, понимаете? Какие там условия? И там условия точно не, как, не, в, не в пользу человека. Там такой же обман, как со слепым. Там вот этот вот человек, что туда приходит, он заключает договор, он, вы понимаете, что я говорю договор, чтобы было понятно. Там никто не расписывается в этом договоре, никто его не читает. Просто сделка ему говорят, хочешь что-то, он, да, хочу. Ну все по рукам, заключили грубо говоря устный договор, кстати в тонком плане они видятся какие-то свитки, либо как прям бумажки с печатями. И все, а об условиях никто вам не скажет, понимаете. Цель это отъем энергии, что может дать человек каким-то структурам космоэнергетическим, любым паразитическим структурам, которые могут одеть вывеску потоки творца потоки любви, потоки гармонии, потоки ангелов, архангелов, могут одеть любую вывеску, что в микрозаймах могут одеть любую вывеску в плотном плане, так и в тонком плане. Э -э, паразиты не гнушаются ничем, понимаете? Они обманывают людей, ставят их в заблуждение, принимают образы ангелов и под образами ангелов приходят к людям, люди верят и думают, что несут они благо, на самом деле они распространяют на земле силы паразитов, как паутину, понимаете, все построено на обмане и на лжи, но у человека всегда есть выбор. И вот человек, пользуясь услугами какого-то мастера, на то, что он его полечит, либо сгармонизирует отношения, он заключает договоры со структурами, через которые он работает, силы, через которые, ну, которые идут через него, да, и в начале он чувствует же, конечно же, очень классное состояние, классное ощущение. Это всегда то Конфетку дадут всегда в начале. Как в микрозаймах начнут, дойдут денежку, и вы подумаете, да как классно. О, вообще ничего не делал, деньги есть, все, сегодня кайфуем, там идем в ресторан с парнем, либо с девушкой, я всех угощаю. Так просто оказывается. За пять минут работать не надо месяц. Понимаете, да? Месяц не надо где-то трудиться, пахать на заводе. Тут просто паспорт тебе дали. Волшебство, халява. Вы сами знаете последствия этой халявы. Так и там. И часто в основе своей те люди, которые являются зазывалами, которые предлагают инициации, которые проводят эти энергии, которые все это рекламируют и крутят, они живут хорошо. Ну, по крайней мере, какую-то часть своей жизни они живут прекрасно. У них прекрасные отношения у них растут, грубо говоря, есть потенциал расти во многих сферах, у них все в порядке с деньгами и люди думают, вот, ну, грубо говоря, это менеджеры, да, тех структур представители этих структур на земле, люди думают, вот он пользуется этими потоками космоэнергетики и рейки, вот у него как все круто, у него консультация, вон сколько стоит, но ну, значит это реальная тема, ну так потому что он зазывал и он, у него будут ему падать какие-то плюшки, пока он интересен вот этим силам. Когда он отойдет от дела, его раз пять попытаются вернуть назад. А если он не поймет, его просто жестко выкачают. Как, как правило, эти люди, как правило, у них под конец жизни начинает все сыпаться. Начинают сыпаться сферы здоровья, все начинает сыпаться. Моей коллеге по экзорцизму, по очищению, вот там, наверное, вчера написала, говорит, двое пришло э мастеров космоэнергетов с кучей проблем. Основное был, был, была ошибка, что они нарушали свободу воли людей. То есть они кого-то без прав, без какого-либо разрешения, они кого-то там исцеляли, наполняли какими-то потоками. Но опять же, почему они это делали? Потому что им так объяснили. Это энергия Творца, это энергия любви. И можно без спроса наполнять. Творец дал право, дал разрешение. То есть их вели в заблуждение, но спрос с них, спрос с этих людей, понимаете? В первую очередь. То, что ты нарушил свободу воли, и то, что тебя обманули, это с тебя ответственности не снимает. Понимаете? И вот они пришли, сейчас вот это все разруливают. Вот так работает этот механизм, я так его вижу. Но не вижу не только я. Видящие люди, кто хорошо видит тонкий план, кто поднимается по верностям на уровень души, с уровня души смотрит, он видит, как землю облепила вообще просто вот эта черная паразитическая структура с множеством эгрегоров, как в людях множество подключек. Как можно самому без просьбы и обращения к каким-либо структурам организовать какой-либо поток? Как это делаю я? Душа, наша душа — это комплекс всех энергий вселенских, уравновешенных, сконцентрированных, грубо говоря, в одном месте, то есть сотканных в единое целое. Да? То есть не нужно в медитации обращаться к запросу поток Сириуса, чтобы он там куда-то, чего-то, кому-то пришел. Не нужно. Эта энергия есть в каждом из нас, понимаете. Расстояние не имеет значения. То есть вы можете, я как я обычно, допустим, мне нужно наполниться энергией любви, либо энергией святости, либо энергией радости. Я просто даю себе мысленную команду активировать энергию святости в моей душе. И все, я вижу, представляю, как, допустим, ментально огонечек загорелся. Это энергия радости, он такого светло-желтого, ярко-желтого цвета, ближе к белому. И я все просто ментально, мысленно расширяю из своей души в виде шара на все мое тело, на все мои структуры. И все. И он меня наполняет. И я представляю, как я купаюсь вот в этой вот энергии радости. И я наполняюсь ей. Потом я эту энергию сворачиваю, и я также наполняюсь ей, как когда-то я сам, я же сам тоже раньше, ну не космоэнергетикой, тоже энергией любви, потоками каким-то наполнялся, да. И эффект тот же самый, что ты просишь у кого-то, что ты наполняешь своей, вы понимаете, в чем разница. Там, когда ты берешь взаймы какую-то энергию для проведения каких-либо работ, это заемная сила. Ты пользуешься не своей силой, ты пользуешься заемной. У космоэнергетов, у эгрегора рун, у эгрегора христианства, у эгрегора пускай даже черной магии и у прочих каких-либо структур ты берешь взаймы, заемную силу от слова займ, займ, микрозайм. Вы понимаете аналогию? А если ты что-то занял, необходимо будет отдать. И не в малом количестве. И, в общем, вот я расширяюсь. Эта энергия и наполняясь. Можно также любую исцеляющую энергию расширять на себя. Энергию любви и прочие моменты. Понятно, что какой-то космоэнергетический поток он будет работать порой мощнее. И где-то человек может где-то почувствовать более мощное облегчение. Да? Но плата за это какая? плата этой энергии. Заключен договор, человеку ставится всегда под ключки, из человека высасывается, высасывается, высасывается э, силы и энергии. Человек начинает просыпаться по утрам и думает, вроде я поспал, а я высосан, вроде я поспал, а я высосан. Понимаете, да? Из человека день за днем, день за днем, годами все это высасывается от того взаимодействовать с этими силами. У него кончаются эти силы, у него недостаток энергии, он идет каким-то посвящать какие-то в новые структуры, где ему вначале тоже дают какую-то энергию, он думает, как круто, а потом с него опять так же это все высасывается, высасывается, высасывается. Он опять идет в другую структуру, инициируется, чтобы вновь восполнить, восстановить себя. И происходит то же самое. В итоге вот он как, в общем, идет, грубо говоря, по рукам, так скажем, по структурам, где его просто высасывают, когда он уже не представляет какой-то особой себя ценности, просто человек начинает сыпаться и покидает плотный план. Но в чем еще момент? Вот эти договоры, которые были заключены со множеством этих структур, да, они никуда не куда они денутся. Человек воплотится вновь в другом воплощении. И вот эти эгрегоры, вот эти структуры, они также будут сделать съем силы и энергии, как и делали. Если их не расторгать, если их не убирать. Вот в этом еще самая загвоздка, самый такой момент. Но, как я всегда и говорил, все всегда можно исправить, все всегда можно решить. Договора можно расторгнуть, договора можно убрать, аннулировать. Не нужно сейчас подать в панику и думать, я в кабале и прочее. Все в порядке, с вами все в порядке. Но с этим нужно работать, это нужно убирать. И, возможно, скорее всего, будете испытывать какой-то дискомфорт для того, чтобы отцепиться от всех этих структур. Но тот, кто задался целью, он придет к победному концу. У него будет победа, у него будет результат, он отцепится от всего и заберет свое все, что отдал. Главное прилагать усилия, главное желание, главное действовать, несмотря ни на что, и все можно исправить, все можно вернуть. Уже наговорил на 20 минут. Я буду заканчивать. Благодарю каждого, кто посмотрел это видео. Пусть ваша душа поможет вам идти по пути своего духовного развития с минимальными потерями, с минимальными заворотами не туда, с минимальными попаданиями в какие-либо ловушки. Пусть она вам подскажет, укажет именно нужное для вас направление для максимально мощного, гармоничного, прекрасного вашего раскрытия в этом мире. Я благодарю вас, каждого, кто посмотрел это видео. Пожалуйста, поставьте лайки, лайки и комментарии. Можете даже просто поставить какие-то спальники, либо улыбочки. Хочется, чтобы больше людей посмотрело это видео. Благодарю вас всех. Всего вам доброго.